Всем привет! Вы на канале Верьемин и меня зовут Тоня. Когда вы смотрите, как кто-то делает статические упражнения, вы можете подумать, что это очень легко. Но если вы попробуете сделать эти упражнения сами, вы поймете, что это нелегко. Эти упражнения подойдут тем, кому по каким-либо причинам нельзя прыгать, бегать или у кого-то есть проблемы с суставами. Эти упражнения отлично задействуют все ваше тело, прорабатывают каждую мышцу, и сегодня мы с вами попробуем сделать одно из этих упражнений. Поехали! А перед началом не забудьте подписаться на наш классный канал и поставить колокольчик. Данное упражнение очень полезно для вашей кровеносной системы, для вашего сердца, а также для укрепления ваших ног, стоп, а также ягодиц. Итак, мы встаем на расстоянии небольшого шага от стены. Стопы ставим чуть шире плеч. Опускаемся вниз, как будто садимся на стул. Наши бедра должны быть параллельны полу, а голени перпендикулярно. Спину и затылок также прижимаем к стене. Находимся в этом положении максимально долгое количество времени, сколько вы сможете провести. Не забываем глубоко дышать. Вдох носом, выдох ртом. Отлично. Чувствуем, как напрягаются все наши мышцы. Это упражнение также помогает при плоскостопии, если выполнять его без ботинок. Напишите в комментариях хэштег «Здоровая страна», если вы придерживаетесь правильного образа жизни. Надеемся, что вы с нами. А если вам легко выполнять это упражнение возле стены, вы можете попробовать делать его без стены. Для этого также ставим ножки чуть шире плеч и опускаемся в глубокий присед, вытягивая руки перед собой. Находимся в этом положении как можно дольше. Также можно сделать это упражнение с одной ногой. Также встаем, ноги на ширине плеч, шаг от стены, опускаемся вниз и вытягиваем ногу. Стараемся, чтобы носочек всегда тянулся вверх или вперед. Задерживаемся в этом положении максимально длительное время. Отлично. Итак, пользу данного упражнения можно перечислять очень долго, но самое главное, что оно положительно влияет на связки и сухожилия, что полезно людям любого возраста. Ребята, не забывайте подписываться на наш классный Инстаграм, там у нас выходит много рецептов, тренировок в очень удобном формате на все группы мышц, обязательно заходите и посмотрите. Огромное спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорой встречи!